Як і на галоўных гарадскіх магістралях, на вялікай вадзе таксама бывае шматлюдна. Асабліва тут, на пінскім участку ракі Піна, дзе акрамя лодачнай станцыі яшчэ і дзве веславальныя спартыўныя базы. Для мясцовай воднай інспекцыі канец тыдня – самая гарачая пара. Добры дзень! Інспекцыя па маламерным судам, пінскі участак. Паднімите, пожалуйста, з вашай снасці, мы к вам падчалім. Документы судовые, пожалуйста, приготовьте. Документы на судно, право на его карыстанне и абавязкова выратавальная камізэлька. Такі стандартны набор павінен быць у кожнага, хто вырашыць выйсці на водную прастору. Правілы абавязковыя для ўсіх. Требования знаете, какие предъявляют инспекция? Соблюдается всегда? Куда без этого? Такія патрабаванні не толькі да рыбакоў. Гэты трэнер не з мясцовых. Каманду весляроў прывёз у Пінск на зборы. На судовыя документы. На базе. Удостоверение на право управления. Тоже на базе. Почему оно на базе? Ну, чтобы не намочить, не утонуть. Вам. Ну, а что делать? Ну, нарушил, значит, нарушил. Вусным папярэджаннем ад інспектара і прадстаўніка раённай арганізацыі выратавання на водах абышліся і трэнеры адной з пінскіх вяслярных баз. У нас лагерь спартивны на грибной базе номер 2. Первый раз мы попробовали разложить, научить их пользоваться палатками, как мы раскладываем. Знаете, что здесь купаться нельзя? Да, конечно. Калі да весляроў пытанняў амаль няма, то да купальшчыкаў, якія грэбуюць правіламі паводзінаў на вадзе, нямала. Мы сейчас, особенно когда вот начался купальный сезон, начиная с 1 мая и до сентября, с гимсом, постоянно каждые выходные, начиная с пятницы, суббота, воскресенье, постоянно делаем общие рейды. Гимс по своей работе, а мы плюс еще заезжаем, где запрещенные места, вот, как вы видели, и едем совместно, плюс еще дополнительно предупреждаем людей, что тут купаться запрещено. Люди разные бывают, да, одни реагируют как-то болезненно, вот. У других это самое. И заметьте такой случай, когда у человека все нормально, да, есть документы, пройден техосмотр, одет жилет, это самое, все, все улыбаются, все счастливы, довольны. Мы же не заинтересованы в том, чтобы, значит, кого-то там именно вот поймать, наказать, это самое. Основное – профилактика. По словам инспектора, профилактичная работа с уладальниками судна у час рейдов и информирование населения про СМИ дает становчий выник. До тех, кто вырашает спрашаться с законными потребованиями, применяется крайняя мера – штраф. Татьяна Бадгусаим, Катерина Страха, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».